Практически ни в чем не уступила нижегородская «Чайка» в гостевом матче с мытищинскими «Атлантами», если сравнивать статистические показатели. По количеству бросков даже превзошла хозяев 23 против 22. Тем не менее, итогом поездки в Подмосковье стал разгром нижегородцев. «Чайка» уверенно начала, но на 10-й минуте позволила хозяевам реализовать первую же атаку. 46 секунд спустя «Атланты» заталкивают вторую шайбу, что называется, с мясом. Во втором периоде «Чайка» вновь пошла вперед и пропустила третью шайбу на экваторе матча. При счете 0-3 нижегородцы произвели вратарскую рокировку. Караваев отправился отдыхать, Машковцев на последний рубеж. Но и Сергею не удалось отыграть свой микроматч на 0. Его пробили на 27-й секунде третьего периода. «Атлант» тем самым реализовал большинство. «Чайка» продолжала лезть в атаку, но забить гол престижа не удалось. 0-4. Проиграв лидеру дивизиона «Центр», «Чайка» отправляется в гости ко второй команде того же дивизиона — МХК «Спартак».